Отделу по конвоированию УФСИН по Мурманской области исполняется 20 лет. За годы образцовой работы сотрудники не раз становились призерами федеральных конкурсов среди конвоев России. А в прошлом году и вовсе стали лучшими. Сегодня в подразделении по конвоированию служат 93 человека, из которых 5 гражданских. Специалисты обучены по разным специальностям. Кинологи, водители, сопровождающие. По сей день сотрудники отдела проходят регулярную переподготовку, сдают экзамены, отрабатывают множество вероятных ситуаций. Благодаря слаженной работе за 20 лет в отделе ни разу не происходило попыток бегства из-под стражи или нападений на конвой. По результатам прошлого года Мурманский отдел по конвоированию занял первое место в смотре-конкурсе памяти Коровинского. С юбилеем образования службы всех сотрудников отдела поздравил главный начальник конвоя по Мурманской области. За текущий период мы выполнили около 7 тысяч караулов, перевезли свыше 115 тысяч осужденных. Вот, отдел по конвоированию выполняет службу планового автодорожного конвоирования, также встречного конвоирования и воздушного конвоирования. Особенность службы спецподразделения по конвоированию заключается в том, что они выполняют свои боевые задачи вдали от места дислокации. Самостоятельно несут службу на транспортных средствах. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье, семейного благополучия их семьям, родным, близким.